Приветствую всех, друзья, гости и подписчики канала. Продолжаем работы над Lamborghini от фирмы Ашима. 24 масштаб Huracan. Что мы в предыдущей серии сделали, это покрасили кузов. Ну и пока он там у меня под лаком сохнет, займемся внутренностями, можно так сказать. За сегодня, я надеюсь, мы успеем покрасить днище и покрасить наш двигатель. Ну и частично я вот тут загрунтовал белой базой наш салон будущий. Но надо пройтись вот по этой внутренней поверхности колесной арки, потому что она у нас будет потом вот так. Чтобы она у нас не выбивалась из цвета. Грунтовать я не стал. Сейчас просто так слегка пройдемся. Обезжирю ее. Для начала будем покрывать элементы нашей рамы и подвески. Ну, даже тут не рама, а днище нашей машины. А потом займемся двигателем и КПП. Буду использовать вот такую краску. X18 полуматовый черный от Tami. Я ее уже разбавил и сейчас покрасим. Также в этот же цвет покрасим рессоры и там уже потом детально буду прорабатывать их кистью, скорее всего, пружины. Ой, даже не рессоры, а амортизаторы, извиняюсь. Так что надеюсь, успеем мы все это сделать. Ухожу на паузу. И начинаем красить. Далеко не убегайте. Итак, пока у нас сохнет наше днище и диски, займемся двигателем, ну, точнее подготовкой его. Для начала, чтобы мне потом работать металлом, а буду это все целиком задувать в металл, а потом уже мелочи различные прокрашивать кистью,
Для этого нужно покрыть это все черным глянцем. Буду использовать вот такой H2 Mr. Hobby Color. Ну и потом уже будем использовать металл. Пока еще не знаю какой, но скорее всего алюминий. И вот эту часть нам нужно будет потом еще замаскировать вот эту. Она у нас должна быть металлической. Но я постараюсь как можно аккуратней ее задуть в металл. А вот эта у нас должна быть матовая черная часть. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае здесь сверху будем маскировать металл. Ухожу на паузу для подготовки краски. Скоро увидимся. Далеко не убегайте. Итак, друзья, закончил я тут небольшие работы. Делал их за кадром, потому что это довольно утомительный процесс был бы для вас. Да и все показать вряд ли бы получилось. Ну, растянулась бы реально серия надолго. В общем, что я сделал за кадром? Покрасил я еще запчасти от моторного отсека. Вот это, по-моему, стенка задняя. Сделал такую, можно сказать, фишечку. Прошелся по болтам. Конечно, они так не должны быть на реальной машине, но мне понравился такой ход. Они теперь так смотрятся интересно. Вклеил сеточки вот сюда. Соответственно, прокрасил наши интеркулеры и
радиатор какой-то, видимо. Это у нас в передний бампер вставляется. Ну и самое главное, я поставил двигатель. Собрал, поставил, покрасил его. То есть вот он у нас сейчас вот так вот выглядит. Единственное, вот здесь у меня так плотно он не встал. Ну, я думаю, ничего страшного. Пришлось тут повозиться очень серьезно с приклейкой. Все довольно хрупко. Ну и поставил наши тормозные диски. Их надо будет еще чуть-чуть пройтись ватной палочкой, когда просохнет, чтобы они блестели лучше. И ставил задние амортизаторы. Вот такая вот у нас получилась красота. Все у нас тут рабочее. Использовал как раз фототравление для дисков. Смотрится очень здорово. Вот такой вот у нас результат. Ну что ж, на этом закончим серию. Это отложим в коробку, чтобы она у нас не мешалась. А дальше уже будем работать с салоном. Частично я тут кое-что для салона тоже сделал. Вот такие педали теперь у нас получаются. Надеюсь, там сфокусировалось. Их тоже пока отложим. Передние амортизаторы тоже пока ничего с ними не делал. Они нам будут вставляться перед установкой салона. Сейчас просто не хочу их вставлять. Ну, спасибо всем за внимание. Следите за новостями. Ну и до новых встреч. Пока-пока.